Слушайте, представляете, какой у меня глаз алмаз? Ну, это уже, наверное, просто опыт, его не пропьешь. Короче, вчера такая в клетку птиц загоняю, но обычно я оставляю открытыми. Ну, и потом, когда вечером уже прихожу их закрывать, смотрю, короче, в каком вольере птиц больше, то его закрываю. Ну, значит, они сами решили здесь посидеть. Потому что они тусуются тут, как бы могут одна и та же птичка посидеть в этом вольере, потом в другом. Вот, короче говоря, смотрю такая, думаю, блин, кого-то не хватает. Определилась, короче, кого не хватает. Думаю, блин, ну куда она могла попасть? Пошла, короче, по всем комнатам походила. Потому что у меня вот, ну как бы вот дверь всегда открыта, там вот у меня вытяжка. И, в принципе, за пределы этой комнаты вылетают только иногда молодые птички. Ну, здесь у меня еще балкон открыт. Вот, сейчас его закрыла. Короче, у меня всегда вот так вот на проветривание. Ну, а на балконе, естественно, у меня тоже открыты окна. То есть сюда можно вообще прошмыгнуть, как нефиг нафиг, при желании. Ну, мои птицы, они умные, они думают, нафиг мне улетать, мне и тут хорошо. Меня и здесь неплохо кормят. Короче, вот за все время, вот что я занимаюсь птицами, у меня вообще ни одна птица не улетела. Так что мне респект и уважуха, потому что, ну, в принципе, у всех улетают. Кого я вот не знаю, у меня вот, слава богу, вот, фу, блин, надо по дереву постучать, потому что я в этом плане молодец. И вот, короче, смотрю, такая думаю, ну, короче, растрындела всем, что у меня птицы не улетают, потому что я уже об этом говорила накануне. Такая, думаю, ну все, улетела. Короче, по комнатам походила, короче, нигде ее нету. Ну, просто вот сама удивляюсь, да, вот как я могла определить, что кто-то, короче, пропал. Потому что, ну, казалось бы, да, птиц же много. Вот как можно посмотреть на две клетки? То есть это даже для меня какое-то, ну, удивление. И понять, что кого-то не хватает. Короче, везде посмотрела, думаю, ну все, улетела. Потом такая, захожу сюда, и вот их любимое место. Вот здесь вот они меня очень любят прятаться. Здесь, там еще, короче, в других местах очень любят посидеть. И, короче, это коза. Она, короче, спряталась вот за этим домиком, и я ее, ну, как бы не увидела. Вот, так что... У меня не то чтобы, наверное, глаз алмаз, у меня чуйка. Я чувствую. Чувствую, когда что-то не так или кого-то не хватает. Где эта девочка? Девочка. Вот она сидит. Я ее хотела раньше продать. Потому что себе оставила вот эту вот, которой хвост такой вот короткий. Думала вот эту продать, но что-то она мне тоже нравится. Короче, не буду ее продавать, пускай у меня живет. Если уже только срочно там кому-то понадобится самочка, прям вот они не могут без самки, вот тогда, может, продам. А так она вообще такая хорошая, очень. И шустрая, напугала меня. Вот сидит моя вторая лысая. Ой, раньше у нее был еще хохолок такой, прям шикардосный. То есть вся лысая, а хохолок прям вообще, наверное, больше, чем у этого самца. А сейчас он, короче, ей и хохолок выдрал. Оставил ей тут одно перо. Короче, вообще ободрал.